Казахстан является домом для множества религий, которые существуют в стране на протяжении многих веков. Казахстан является уникальным местом, где религиозное многообразие способствует солидарности и взаимопониманию между разными культурами и верованиями. На данный момент в городе Алматы существует 17 конфессий, и все конфессии живут в мире и дружбе друг с другом.